Всем привет! Меня зовут Соня, и это мой цирк Pincher Friend. И сегодня мы вам покажем одну интересную команду. Первый навык, который нам потребуется, это умение следовать за рукой. Берем какой-то вкусный кусочек еды или любимую игрушку вашего питомца и просим собачку проследовать за нашей рукой. Первый этап. Мы протягиваем руку с лакомством через ногу и проводим туда собачку. Шаг. Пошли, пошли, пошли. Хвалим, когда собачка полностью прошла под ногой и вывернула. Чтобы не запутаться в ногах, когда мы делаем эту команду, мы всегда начинаем шагать с ноги, которая противоположна нашему питомцу. То есть, если питомец слева, мы шагаем с правой ноги, если питомец справа, мы шагаем с левой ноги. Шаг. Шаг, шаг, шаг. Да! На первом этапе мы хвалим собачку после каждого успешного шага. Да! Шаг. Да! После того, как собака успешно освоила первый этап, мы переходим к следующему. Показываем одной ручкой, а кормим из другой, чтобы собака не бездумно выполняла команду, следуя за куском, а начинала осмыслять, что от нее требуется. После того, как собака успешно справилась с изучением предыдущих этапов, мы переходим к следующему этапу. Мы перестаем вести собаку кусочком за нос и лишь показываем рукой, подсказывая, куда собаке нужно пройти. Да. Ну и заключительный этап. Закрепляем команду. То есть просим собачку делать змейку и хвалим ее то через один шаг, то через два, то через три и так далее. Шаг, 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 шаг. Надеемся, у вас получилось выучить вместе с нами команду «Змейка». Пишите в комментариях, какую команду вы хотите увидеть в следующий раз. Пока-пока!